Позади презентация, открытые уроки, мастер-классы. Впереди самое сложное – финал. До итогового тура профессионального конкурса «Учитель года» дошли 6 педагогов. В их числе Сергей Воробьев, преподаватель физкультуры из гимназии святителя Василия Великого. Конкурсанты достаточно серьезные. Все испытания требуют очень такой скрупулезной подготовки. Поэтому что важно? Важно, что я себя попробовал, я себя отчасти испытал. Заключительный этап профессионального конкурса называется «Свободная дискуссия». В этом году его модератором выступает заместитель директора 11-й гимназии и начинающий бизнес-тренер, который успешно применяет деловые игры в образовательной среде, Елена Бессараб. Поэтому в этом году испытание пройдет в необычном формате. Что я сегодня попытаюсь сделать? Я объединю две технологии. Это деловая игра и дебаты. Естественно, свободную дискуссию тоже никто не отменял, потому что она заложена в условиях конкурса. Но я надеюсь, что этот микс приведет к тому, что каждый участник раскроется, и мне удастся показать его самые лучшие качества, самые лучшие черты. Тема свободной дискуссии в этом году – каким должен быть современный учитель. Видение профессии у конкурсантов несколько разнится, но все сходятся в одном. Педагогу 21 века необходимо уметь ориентироваться в быстро меняющемся мире и большом потоке информации самому, а также прививать этот навык своим ученикам. Самое главное – нам надо научить наших детей ориентироваться в нашем непростом мире, в мире, в котором все постоянно меняется. Приходят новые технологии. Надо научить разобраться во всех, скажем так, новшествах, которые нас окружают. Но самое главное, в первую очередь, непосильным трудом, но мы должны сделать так, чтобы мы в этом разобрались сами. По регламенту на свободную дискуссию отводится не более часа. Максимальное количество баллов, которые может заработать конкурсант, продемонстрировав широту кругозора, умение вести беседу и отстаивать свою позицию – 60. Результат этого испытания счетная комиссия суммирует с результатами предыдущих. И только после этого станет известно имя того, кто удостоился почетного звания «Учитель года 2019». Это у нас останется в запечатанном конверте в сейфе. Будет знать только один человек, который будет вносить эти данные и получит непосредственно сводные таблицы уже результат. Это и счетной комиссии председатель. И результат мы все с вами узнаем только в феврале. Но даже после торжественной церемонии награждения обладателю звания «Учитель года 2019» долго отдыхать от конкурса не придется. Нужно будет начинать подготовку к региональному этапу профессионального состязания. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».